Гора Крокодил. Речка Бельбек. Ох, я туда не залезла, там племянник наш. Максимка. Кульпуша, вот она, с папой. Макс, иди сюда, ты что? Тетка умрет. И что, не идет никак. Ой. Вот, красный мак. Кому-нибудь на голову. Такой цветок интересный, как кал. Я такого темно-фиолетового цвета. Ну, листочки он тут объел. А это такие большие семена подснежников. Почему их нельзя срывать, не разрешаю, потому что они размножаются семенами. Ой, а тут нашли такую пещеру. Ой-ой. Господи, хотя. О, и тут вот такие цветы, как каллы. Ну вот наш Макс-ботаник сказал, что это змеиное дерево. А это не точно. А, не точно. Ну ладно. Если это мак, то ладно. Ну все, идем. Ой, вот даже плюшка. Ну, вот шикарный, конечно, огромный. Ой-ой-ой, аж туда плющ какой. Это ж сколько ему лет, а? Вот такой всегда не плющ. Ну, это маленький еще. А это... Мы под горой крокодил. Какие тут небольшие скалки. А здесь фильм снимался, забыла какой. Стояло тут 7 лестниц. Было лицо. Вот, да.
А, человечки вот они древние, лестницы. Видишь? Да. Не, ну это же специально было. Здесь же кино снимали. Да, уже и лица нет, разбили. Но плющ, конечно. Вот, видимо, остаток от лестниц. Вот такие человечки. И вот остаток от лестниц. Тропа, так. Вот лестницы. Так, все, я боюсь, а то тут могут змеи быть. Дикий пион. Вот, на фоне такой вот красоты. Красивый, да, Максик? Так, где там дядя Саша? Куда он? А, вот там сидит. Ага.